Свидетельство на социальную выплату молодым семьям в торжественной обстановке вручил временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров. Мне сегодня очень приятно здесь присутствовать, иметь возможность вручить сертификаты на улучшение жилищных условий, либо покупку квартиры, либо строительство загородного дома. Я думаю, что это будет таким весомым вкладом и от правительства Московской области, и от Ленинского городского округа. Счастливая обладательница субсидии Надежда Махова живет в однокомнатной квартире с двумя детьми. Социальная выплата позволит ей приобрести новое комфортное жилье большей площади. Пришла в администрацию и спросила, как подавать документы, что делать. Ну, по-моему, мне это заняло около года процесс. Собирать мне бумаг, мне нужно было заказывать архивные справки со своего региона, справки о составе семьи, и в итоге вот получилось. Еще одна участница госпрограммы Екатерина Кириченко несколько лет назад переехала в Ленинский городской округ из Волгограда. Работает стоматологом в амбулатории поселка совхоза имени Ленина. Сейчас в декрете с двумя маленькими детьми. Снимает квартиру. Екатерина уверена, что финансовая поддержка, несомненно, решит ее жилищный вопрос. У меня двое маленьких деток, жилья своего нет. Сейчас время сложное, и поэтому очень благодарна, что есть такие программы, которые помогают в реализации. Чтобы стать участником программы «Жилище», необходимо соответствовать некоторым критериям. Семья должна проживать в Подмосковье, а возраст супругов не должен превышать 35 лет. Я приобрела изначально студию маленькую, на студии 17 квадратов. И я узнала об условиях программы, что возможно улучшить свои жилищные условия, если ты не проходишь по норме по квадратуре. Вот, и, собственно, так начался мой путь по сбору документов для участия в программе «Жилище». Более подробно ознакомиться с другими условиями выплаты можно на портале госуслуг. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.